Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Внучаты, всем здоровченько, с вами я, Дед Гренни, и я сегодня очень жду хорошую новость. Но обо всем по порядку, сейчас скоро бабка должна уйти. И, короче, будет супер. Ну а вы что, пока обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и, конечно же, подпишитесь на реальный канал Хулиган. Он там скоро обещает очень часто интересные ролики. Вот. Короче. Ну чё? Нет. Ой. А! Короче. Чё такое? Я до вечера ухожу. А, давай. А ты занимайся делами. Какими? Ясно? Ну как какими? О которых мы вчера с тобой говорили. Да, я понял. Всё, я ушёл. Пока. Давай. Так, ну что ты? В общем, приоденемся, костюмчик, штаны да куртку. О, дедуль какой моднявый, а? В кожаных штанах, кожаной куртке. Короче, ну что? В общем, рассказываю, какую новость последних дней. У нас появилась учительница из этих маленьких кошмаров. Вы знаете, это женщина такая, она привлекательная такая. Ох, красавица, короче. Не то, что это бабка. Вот. И сегодня я ей иду делать подарок. Нам нужны цветы, тюльпаны. Она очень любит тюльпаны трех видов. Вот. Я их тут заготовил, и сегодня иду их сажать. Поселили ее в дом мороженщика. Ну, бабка, конечно, с ней не очень общается. Но мне кажется, она вообще прям неземной красоты, внучаты. Так, побольше цветочков. Главное, чтобы она меня не увидела раньше времени. Так, сейчас мы все засадим. Где-то она дома там ходит, наверное. Так. О, слышите? Ох, выйдет ей, мне кажется, понравится. Вообще, может быть, женюсь на ней. А, это старая кляча, чё уж. Уже старовато. Где-то помоложе, явно помоложе. Так, а может, подглядим за ней? Где она там? Ну-ка. А, вон ходит наверху. Так, аккуратнее, внучаты. Так. Сейчас мы все посадим. Так, сюда. О, так. Только там разговаривает. Тихо, внучаты. Так. Еще немножечко нам осталось. Так, что ты? Мне кажется, уже можно дарить подарок. А, тук-тук! Иду. А я на крыше? Иду. Можете открывать на крыше? На крыше? На втором этаже. Карлсон? Нет, я больше Карлсон. Кто там? Это я. Здравствуйте. Ой, здрасте. Да, я живу в том доме. А у меня для вас подарок. Да. Какой подарок? Смотрите вниз. А зачем вы подарок? Смотрите вниз, я все починю. Аккуратней. Тюльпаны. Да, целое поле насадив. Мои любимые? Да. Откуда вы узнали, что у меня тюльпаны любимые? А это секрет. Маленький дедушкин секрет. А запах? Да. Да. Описуемое просто. Очень красиво, очень. 100 лет никто тюльпанов не дарил. Угу. Так, ну наверное, я вас должна чаем угостить. О, вот, чаю вообще я бы не отказался. Пойдемте, заходите в дом. Да, иду. Заходите в дом, пойдемте отчаемничаем на веранде. Пойдемте. А вы вообще надолго к нам? Я, думаю, на пару годиков. Вот это прекрасно. Так, давайте поставим стол. А вы фрукты любите? Очень фрукты я люблю. Хорошо. Я, кстати, с собой их принес. Так. Да? Все делается, да. Вот так вот. О. Вот. Что же вы одних фруктов-то наставили? Фрукты полезны. У меня есть сладости. Да ладно, какие? Вот, пожалуйста. А конфетки Сириус есть? Конфетки Сириус тоже есть. Дед, да. А стул-то вы мне не хотите поставить? А, так я же его поставил. Где? Вот он. Благодарю. Ох. Да. Красота неимоверная. А где вы преподавать будете? Где у вас школа будет? Да я сама.
сама еще не знаю. Бабка обещала вот вам кофе. С молоком, как вы любите. Да. В общем, я думаю, что надо поставить вашу школу рядом с моим домом. Ой, а может рядом с моим домом? Ну, это ваш дом. Да. Ну, во-первых, его надо переделать. Зачем? Вам что, вот нравится синий цвет? У меня гостиная. Вот здесь у меня будет спальня. А я вот подумала, а может мне на первом этаже сделать школу? Вот это идеально! Мне кажется, она будет. И подкоп. Стены. И подкоп как раз-таки под наш дом. Зачем? Чтобы я к вам в гости частенько ходил. А что, вы ко мне по дорожке не можете ходить? Это ну бабка заметит, начнет там всякие проблемы делать. То есть бабка мне проблемы устроит? Я не думаю, что устроит, она же не узнает. Дед, вы такой милый. Конечно. Только надо розовый дом сделать, мне кажется, фиолетовый. Ненавижу розовый, ты что? Ну фиолетовый. Фиолетовый, нежно-фиолетовый. Это какой такой фиолетовый нежный? Нежно, просто весь нежный, я люблю нежность. А может быть вот такой? Ты любишь нежность? Да, вот такой пол может быть, а? Я не люблю Китай, нет. А, это Китай, да? Ну ладно. Это китайская туфта. Так, и что мы тогда делаем? Выбирайте. Нам надо что-нибудь фиолетовое, красивое фиолетовое. Вот я вот вообще думала, может вот такой вот. Ну-ка. Вот такой. О, красота. Фиолетовый же? Да. Не, ну у меня есть... А полы? Другие фиолетовые цвета. А может мы полы вот такими сделаем? Вот такими? Ну, да. Фиолетовый же? Да. Фиолетовый? Очень фиолетовый, чересчур фиолетовый, да. Мы сделаем цветочками. Кого цветочками? Ну, вот такими цветочками. Не-не, давайте вот такой вот. Я же уже начал делать. Деревянный? А я вот думаю, а если кто-то подожжет? А, это дерево не горит. Не горит? Нет. Да, ну, а эту елочку придется убрать. Не надо елочки, это мои елочки, мне они так нравятся. Дерево. Ну, немножечко тогда веточки пообрезать, так. Вот и веточки можно обрезать, а елочки убирать не надо. Ну, ладно, так. А когда мы пойдем к тебе в гости? Ой, я думаю, что... Как это бабка? Это скоро. Я позову. Когда? Я бы тоже хотела посмотреть, как ты живешь. Но мне надо что-то приготовить интересное, вкусное, ну, да. Ну, да я просто могла бы посмотреть дом. Ну, я думаю, что завтра. Не-не-не, сегодня нет. Почему? Скоро же бабка я должна прийти. Я хочу сегодня. Ну, к сожалению, не получится. Там не убрано. Пошли сейчас, ну, пожалуйста. Ну, дед, мне так не терпится посмотреть. А, ну ладно, пойдемте. Где живет такой мужчина? Ладно, пойдем. Здесь бабка такой, не придет такой пораньше. Хороший, такой статный, сильный. Ага, пойдемте. Еще и романтик с цветами. Ну, вот да, я иду, а у меня цветы растут под ногами. Оранжевые. Да, пойдемте, мои пойдемте. Мои любимые. У вас еще и елочки. О, снеговушки. Да, вот такой вот мой дом, так, да. А куда идти? Ну куда, смотря куда вы хотите. Вот это кухонька. Да, я везде кухню. Ой, какая у вас просторная кухня. Да. Очень интересно. Тут вот второй этаж, тут ванна. Ванна. О, ничего себе размер. Да, огромная. Вот это, конечно, красота. Да это что? Это спальня. Ого. Да. А это что? Это вторая спальня. Ну, это поменьше для гостей, наверное, да? Да, конечно. Ну, ой, красный. Сейчас у меня тут телефон звонит. Телефон. Ага, какая так. Какая красота. Алло. А. Ну, все, через 5 минут буду, уже покажу дома. Бабка, молоко купи, бабка. Ой. Таракан. Где таракан? Вам надо домой идти, вам срочно надо домой. Да, это тут какой-то таракан. Я сейчас дезинфекцию проведу и завтра в гости вас приглашу. Да? Точно? Да, чтобы ни одного таракана не было. А, до свидания. Ну ладно, ага. Хорошо. Ага, до свидания. До свидания. Как хорошо, что все тараканов боятся. Ну, чат, вы напишите, вы боитесь тараканов или нет? Ой, ладно, завтра надо будет еще больше цветов купить. Короче, как-то непонятно. Ладно, бабке надо как-то будет... А дом я ей ночью доделаю, внучаты. Ночью стану, доделаю, и дом с утра просыпается. А там новый дом. Короче, внучаты, все. Ставь чайник! Ой, всем удачки, всем пока.